Настал тот час. Хоть наш Стэнли уже и не голодный, не так голодный, не так сильно голоден, как обычно, так как он принял утром таракана, а днем буквально полчаса назад пару зафобосов. Но, тем не менее, этого немного мало для того, чтобы он был полностью сыт. И пришло время нашего табачного бражника. Он сейчас хорошо сидит на камушке, греется под лучами. Лампа накаливания и ультрафиолетовой лампы. И, конечно же, наш ящер Стэн его еще не видит. Интересно, смогли бы они жить вместе или нет? Но, боюсь, в этом мы сможем убедиться только если выманим нашего Стэна. Поскольку он серьезный хищник, скорее всего, далеко не поздоровится. Нет, Стэн, тут ничего вкусного нету. Любит же он языком в камеру лезть. Ничего тут вкусного нет. В террариуме немного теплее. Жаль, что тут нельзя разместить камеру прямо внутри. К сожалению, у меня такой маленькой камеры нету. Поставить на запись и смотреть, что из этого выйдет. Ну да ладно. Думаю, сейчас я закрою стекло и попробую снимать через стекло. Хоть оно и не очень чистое, не очень прозрачное. Можно и спровоцировать Стэна. Он уже прям настоящий доисторический ящер-динозавр. Не понимаю, что это несъедобная часть. Телефона. Чехол от телефона болтается, и он воспринимает это как потенциальную добычу. А бражник сидит тихо, ничем себе не выдает.
Я еще привлечу внимание. Не выходит. Раз он облизывается, значит это признак того, что он хочет покушать. Чувствую, все это закончится тем, что он схватит мои пальцы. Получилось приманить Стэна. В отличие от гусеницы, бражник очень хитрый мотылек. Сразу видно. Что ж, мы будем ожидать дальнейшего действия.